Будущий святитель, патриарх Фотий I Константинопольский, происходил из семьи высокочтимых христиан. Его отец был гоним в пору иконоборчества и приходился племянником патриарху Тарасию. Святитель получил блестящее образование и преподавал науки будущему императору Михаилу и будущему просветителю славян Кириллу. А еще он рано начал обличать римскую церковь за отступление от веры. За свою жизнь он дважды пережил избрание патриархом и дважды был отлучен от престола. Причинами этого были сложные внешние и внутриполитические процессы Византийской империи. С именем его связывают и первое крещение Руси. В 860 году патриарха направлял в Киев своих посланцев. И тогда же киевские князья Аскольд и Дир со своими подданными крестились. Это событие так и вошло в историю как Фотиево крещение. Главным сочинением патриарха считается его труд «Мириобиблион» – выдержки и комментарии на 386 сочинений древних христиан, философов, врачей, историков, географов. В 1959 году был обнаружен считавшийся утерянным лексикон – еще одно сочинение святого патриарха. Это словарь для облегчения чтения и понимания древних авторов и святого писания. Умер святитель Фотий в ссылке в 896 году, а с 1971 года имя патриарха, родителя православной веры, присутствует в месяцеслове календарей Московской патриархии.